Специальные рейдовые мероприятия провела Анапская рота ДПС по выявлению нарушителей парковки для инвалидов. Место дежурства нашей съемочной группы и сотрудников полиции у самого крупного гипермаркета на Анапском шоссе. Мы поинтересовались, как здесь обстоят дела с парковками для инвалидов. Всегда ли есть для них свободные места? Вообще их практически нет. Пока есть, ваша форма соблюдает кто-то. Но дело в том, что здесь, смотрите, целый ряд для инвалидов. Ага. Он не нужен практически. Что так, у нас столько инвалидов? Пусть там 3-4 места вот возле, поближе, да? Ну, чтобы они действительно были свободны. На парковочной площади перед гипермаркетом достаточно мест для парковки всем. Свободные места, как правило, бывают. Но водителям, не инвалидам, видимо, попросту лень поискать свободные. И они паркуются, где им не положено. Один ретивый водитель даже попытался скрыться от сотрудников полиции, дважды нарушив правила. Или что, прятки играть? По пешеходному переходу? Итог для нарушителя один – административное наказание в виде штрафа. Каждый торговый центр и развлекательные оборудуются местами, специальными местами, стоянками для инвалидов. Но наши водители часто занимают их, не имея инвалидности, занимают эти места. Личный состав роты ДПС периодически проводит рейдовые мероприятия по выявлению таких нарушений и составляют протоколы, предусмотренные статьей 12.19, часть 2. Административный штраф предусмотрен от 3 до 5 тысяч рублей. Так что прежде чем парковаться где-либо, обратите внимание на установленные знаки или специальную разметку на месте парковки.